Здравствуйте, уважаемые друзья! Приближаются выборы в Государственную Думу, и я вижу все те же самые лица, что и 2 года назад. Вот посмотрите, пожалуйста, Дарья Митина, 197-й Кунцевский округ. Она была спойлером 2 года назад на выборах в Мосгордуму, в МГД. Отняла у реально оппозиционного кандидата свои 2000 голосов. Я не знаю, за какие деньги она это делала. Возможно, даже за несколько бутылок винища, потому что Дарья Митина сама о себе говорит, что она алкоголица. Вот смотрите, вот мы снова видим эту же мадам, подфотошопленную, потому что в реальной жизни она выглядит очень плохо из-за пристрастия к алкоголю. По ее собственному признанию, смотрите, вот она, я не торгую идеалами, принципами, ага. А кто нас спойлерит? Я буду защищать интересы тех, кто честно трудится на благо своей семьи. Вот эти клише дурацкие, голосую за будущее, выбираю социализм. Ну, пойдут за нее бабки какие-нибудь, проголосуют, какие-нибудь сумасшедшие. Она от КПРФ баллотируется. Давайте еще почитаем, к чему она призывает. Она призывает прекратить кошмарить людей бесконечным ограничением их прав, отменить безумное репрессивное законодательство, защитить неправильно преследуемых политических заключенных, защитить ополченцев, воевавших за Россию, прекратить полицейщину. Сейчас ребенок пройдет. Прикрывающуюся ла-ла-ла-ла-ла-ла мерами. Голосую за будущее, выбираю социализм. Ну, вообще, социализм – это и есть эти социалисты-глобалисты. Вылечить страну от вируса капитализма. Полный отказ от преступной пенсионной реформы. Так это бесит, вот понимаете, у нас еще у народа меньше церквей, больше школ и больниц. Ну, понятно, еще бы поменьше фейковых выборов, которые Дарья Митина. Вот понимаете, они врут, они поддерживают эту систему и просто врут людям, которые ничего не понимают, верят власти и ходят на эти выборы. Бесит они, Дарья Митина. Иди к чертям. Ну просто я надеюсь, что все-таки народ, к сожалению, народ у нас тупой. Thank you.